У центры уваги дети. У Гомеля на открытой пляцовце каля кинотеатра «Кастрычник» отбылось мероприемство для детей, промеркованное до закончения летних каникул. У черговый раз нагадать правила безопасных поводинов и научить приемам первой доврачебной допомоги приехали выратовальники, правоохранники, представники белорусского доброохотного пожарного товариства, супрацовники освода и волонтеры Червоного крыжа. Детей чекали цікавые конкурсы и викторины, а так само приемные подарунки. А герои мультсериала «Чаровная книга» забавляли усіх гостей мероприемства и фотографовались с ними на память. Наприканці всех хлопчиков и девчинок чекал самый головный подарунок – премьера мультсериала у кинотеатре.